Okay. Vladimir, are you ready? Хорошо. Владимир готов? Good. And do we have our contract? A contract, помним? Yes. All right. Хорошо. Timer? Okay. Timer. Hurry up, Dmitry. Быстрее, Дмитрий. Okay, all right. We begin. Начинай. Виолетта. Проблема в том, что... My baby. Деточка моя. Yeah, you were... I used to. You used to be, yeah. Two and a half years ago. 28 лет назад. And now you're going to be... We were talking briefly before, a couple hours ago. Мы уже разговаривали с тобой вкратце пару часов назад во время обеда. And you said that now you're going to be Dr. Baby in 2 months. И ты сказал, Dr. Violetta. Что ты через пару месяцев будешь уже доктор Виолетта. Ну, плюс-минус, да. Yes, масса-минус. Well, soon or late. What? Sooner or later. Yeah. That your PhD in psychology. Значит, ты будешь доктором психологии. Проблема в том, что я не могу найти свое место, как профессиональное место в жизни. I cannot find my niche in the professional field, my place. Well, that's probably because you're too short. Может быть, потому что ты слишком маленького роста. Well, did you ever consider that hypothesis? Ты когда-нибудь такую гипотезу рассматривал, доктор? Ну, может быть, да. Maybe, yes. That and that little, you know, that little baby face. И знаешь, это детская мордашка. There's a song written about it. Да, веселая песня написана. Did you ever hear that song? Слышала такую песню? Baby face, you got the cutest little face. Yeah. Детское личико, у тебя самое милое детское личико. It could be your theme song. Это может быть твоей коронной песней. But you don't have to find your niche. И тебе нет необходимости искать свою нишу. You can find a man who's already found his niche. Ты можешь схватить мужика, у которого уже есть своя ниша. What do you mean, no? Что ты хочешь? Ты имеешь в виду, когда говоришь нет? Ну, мне нужно самой. Well, I need to do it on my own. I want it done on my own. Если ты понимаешь, о чем я говорю. Понимаю. So you're a mistake. Значит, ты ошибка. We could call you Dr. Mistake. Мы можем назвать тебя доктор ошибка. Or Dr. No Niche. I'm comfortable with that. No niche. А, или доктор без ниши. Мне это тоже удобно. Нет, у меня как бы есть ниша, в которой сейчас нахожусь. Но как бы нахожусь там по принуждению. But you know, I'm kind of forced to be there, and I don't like that. And what is your niche, and who is forcing you to be there? А и какова твоя ниша, кто заставляет тебя там находиться? Ну, я сейчас занимаюсь детской психологией, и вот пока я не защищусь, то есть я вот как бы обязана этим заниматься. Еще какой-то период после. Children's psychology, and until I get my doctorate, I've got to do it, to deal with it. Well, they took one look at you and probably thought, child psychology. Они, может быть, только взглянули на тебя и тут же подумали, детская психология. Yes, you seem like a natural. Видишь, это совершенно естественно. Now, when you go shopping, do you go in the little girls section? Когда ты ходишь по магазину, покупаешь одежду, ты в магазинчиках это делаешь. I'm sorry, ma'am, you want to come here to the junior miss section. Простите, мадам, вам следует пойти в отдел для детей. Вот это вот не то, что я хотела бы. То есть я хотела бы как бы получать удовольствие от того, что я делаю. I would like to enjoy what I do. The whole world would like to enjoy what they do. Весь мир хочет получать удовольствие от того, что он делает. But I'm sorry, there's only so much enjoyment to go around. Но извини меня,
в мире всего столько удовольствия. And many people say that I took more than my share. А многие люди говорят, что я хочу взять больше, чем мне полагается. So there's probably less of it for you. Значит, для тебя останется меньше. But you can watch me enjoy my work. Но ты можешь смотреть меня и получать удовольствие от моей работы каждый год. Нет, ну вы получаете удовольствие от своей работы. You enjoy your work. I do. God forgive me, but I love my work. Боже, прости меня, но я наслаждаюсь своей работой. You are a happy person. I am a happy person. Да, я счастливый человек. Да. У меня нет такого, как бы. Well, and I wish have this. То есть найти вот то, что. Like yeah, well, like очень многие краткие хотели бы. What? Что? Yeah, how short are you? Сколько в тебе роста? 158. Yeah, 150. Is that with these tall heels on like this, like you have here? Stuff like this? Может быть, с этими каблучками тебе 158. Нет. Нет. С ним побольше. Well, I have even more with these heels. Even more. Еще больше. 161 and 2/3. 161 и 2/3. Я не знаю сколько. I don't know how many. I don't know. Take off your shoes. This is an experiment, doctor. Это эксперимент. Take your shoes off for a second. Just for a second. На секундочку. Come on. Давай. You can do it. All right, now the other one. Давай. Just come on. Take it. Снимай, снимай. All right, now stand up. Встань. God, you are short. Ой, какая ты маленькая. Okay, now you sit down. Теперь садись. You are shorter than I even thought. Ты еще ниже, чем я думал. And I thought you were very short. А я-то думал, что ты очень низенькая. And you want to find И ты хочешь найти нишу. And you want to find a little niche. Маленькую нишу. Well, I'm usually not able to bend down that low, but frequently there are little kind of corners and niches around, you know. Знаешь, я обычно так не наклоняюсь, но иногда там бывают такие уголки, закоулочки, ниши. I don't mean just little rat holes. Я не имею в виду крысиные норы. Just little tiny hidden places, you know. Знаешь, маленькие такие скрытые местечки. For a little munchkin. Для таких маленьких. Did you ever see The Wizard of Oz? Ты видел когда-нибудь фильм о волшебнике изумрудного города? I think of you as my Moscow Munchkin. Munchkin? Munchkin is one of the little people in The Wizard of Oz. Ага, там в сказке есть такие маленькие человечки. И у меня теперь есть такой московский маленький человечек. Yes. What's the problem? Sit. В чем проблема? Сядь. Ну, what kind of niche were you проблема тоже, наверное, косвенно в этом, что. А какую нишу ты думаешь? Не, как бы не из-за того, что я маленькая, well, иногда не хватает как бы сил, чем поправить. See, that's what comes with being short. И это прилагается к тому, чтобы быть маленькой. Not every tall person is powerful. Но не то, чтобы каждый высокий человек был сильным. Some are just clumsy. Некоторые просто неуклюжие. Did you ever see their feet? Когда-нибудь видел их ноги? They're stumbling over their own feet. И все время спотыкаются. If I were as tall as she, oh my God, oh, she just fell. No. Если бы я таким высоким был, как она, я бы просто упал. Did you ever see these tall, tall people? Ты видел таких высоких людей? Did you want to be that tall? Ты что, такой высокий хотела бы быть? Нет, я не хотела быть высоким. No, I wouldn't want to be this tall. Просто I like being small. But yes. Precious things come in tiny packages. Знаешь, алмазы, ценные вещи, они только махонькие. They say this. Так говорят. Jewelers mainly. Ну, так говорят ювелиры преимущественно. Сейчас вы скажете, какой ты гадость. Well, now we are going to see something dirty. What do you mean? Что ты хочешь сказать? Who?
Вы так красиво начали фразу. Well, you started in such a beautiful way. I know what I'm saying. Jewelers really do say precious things come in small packages. Это правда. Ювелиры так говорят, что самое ценное бывает маленького размера. No, what dirty thing were you thinking? А ты о каких гадостях подумала? I wasn't thinking of that. Нет, об этом я не думала. But clearly you were. Но ты-то точно думала. No, I was not thinking of that. Нет, об этом я не думала. What were you not thinking of? О чем ты не думала? Nothing. Nothing. A dirty nothing, you mean? О каком-то гадком ничем, да? All right. Хорошо. So you want a little tiny niche. Значит, тебе нужна махонькая ниша. Doing what? И что там делать? Ну вот я как бы не разберусь, что вот ну что действительно мне как бы наставляло удовольствие бы делать вот. Well, I don't know what would I enjoy. Ну что я действительно могла бы, то есть каким образом могла приносить бы там людям помогать, им пользоваться. Give help to people and enjoy the same time. Потому что ну то, что я сейчас делаю, это, ну как бы получается бесполезно. What I'm doing right now is totally useless. What are you doing right now? А что ты сейчас делаешь? Я работаю с детьми, с подростками, с children and adolescents. Yeah, if there's anything that's useless, да. It's kids. Если есть что-то совершенно бесполезное в мире, это дети. And you work with those little bastards. И ты работаешь с этими маленькими сволочами. And you think, this is the future of Russia. И думаешь, и это будущее России. Sends cold chills up and down my spine. У меня просто мурашки по спине. Frightening. Это пугает. Well, the law, unfortunately, does not allow us to shoot them. К сожалению, закон не позволяет нам расстреливать их. Это то, что говорил мой папа. Он осматривал своих 12 детей. My uncles would say, well, the family looks great, John. И мой дядюшка говорил, ну, знаешь, Джон, семья выглядит прилично. He'd say, yeah. But the law doesn't allow you to shoot them. Он мастер говорил, да. Но по закону нельзя их расстрелять. I was always grateful for that law, wherever they kept it. Я всегда был благодарен этому закону, по каким бы причинам они его не сохраняли. Well, all right. So you're working with a bunch of useless children. Значит, ты работаешь с doing useless things with them. С горсткой бесполезных детей и делаешь там совершенно бесполезные вещи. All right. That's what I do with adults. Я тоже самое делаю со взрослыми. Somebody has to babysit these people. Ну кому-то нужно быть бибиситтером для этих людей. You know, the useless people of the world. Ну значит, для этих бесполезных людей в мире. Ну, вы как-то исправляете, у вас есть какие-то результаты. Well, you correct them somehow, you have result. You can what? You can correct them, and you have result. You mean those brats? Ты имеешь в виду этих зверьков? Your babies, grown-up babies. My grown-up babies, yeah. Твоих взрослых детей, моих взрослых yes. детей. Yes. And I've worked with a lot of kids and adolescent juvenile delinquents, you know. Я работал с большим количеством детей в подростковом возрасте. Вот я тоже сейчас этим. Yes, I'm doing this. С подростками. Right now with adolescents. Yes. Mm-hmm. Oh, what? Что? Это ужас. Terrible. It's horrible. I told them. Это ужас, я говорила им. Frank, are you sick today? Yeah, I gotta see you all, I would tell them. Они говорили, Фрэнк, как у тебя сегодня? Мне вас придется повидать. But why do you see us if you don't like us? Они говорят, а почему ты с нами встречаешься, если мы тебе не нравимся? Ты вот это. Они меня спрашивают. I'm doing a favor to your social workers. А я говорю, что я оказываю услугу социальным работникам. Teachers. And your families, вашим учителям, and your group home, you know. И семье, и там, где вы растете. Да. Yeah.
Did I feel the exact? Да, да, вот я тоже так себя чувствую, совершенно точно. If you learn to just sigh openly. Да, знаешь, если бы ты научилась, ты, может быть, вздыхала бы в открытую. Да, или зевала бы. What's the matter with you, Виолетта? Did you celebrate too much over the weekend? Тебя бы спросили, Виолетта, что там у тебя происходит? Ты что, слишком активно праздновала в выходные? No, I'm just exhausted at the prospect of having to see you, this group, for an hour. Нет, я просто испытываю полное истощение, как только подумаю о перспективе видеть вас каждый раз. Explain it to them. Объясни им это. Why you're yawning? Why you're sighing? Почему ты зеваешь? Почему вздыхаешь? Почему ты вот так делаешь? Yes, I always explain it to them. Всегда объясняй им это. Не поможет. It will not help. No. Well, they help them. It's ridiculous. Да ты что, хочешь им помочь? Это вообще. Their parents and you know. Но у них есть родители. The group homes and their social workers and teachers. Группы, социальные работники, учителя. They don't expect you to help them. Они не ожидают, что ты им поможешь. Just hold them for an hour. Просто держи их в порядке. Часок. It's like working with drunks or drug fiends. Это знаешь, как работать с наркоманами или пьяными? Yeah. I don't know any other kind of work that you can get. Я не знаю никакой другой работы, которую ты можешь получить. Where you can get paid for no results. Где тебе могут платить за отсутствие результатов. I love it. Мне это нравится. I love it. Yeah. И при этом, что ты любила это. Yeah. Pretty soon you're going to have a license to do nothing. Да, и очень скоро ты получишь лицензию на то, чтобы делать ничего. And that is a marvelous niche. И это великолепнейшая ниша. Oh, we thought she was held some promise and was going to achieve some great things in life. Ну, мы тут думали, что ты такой обещающий ученый, и ты достигнешь чего-то в жизни. And then she got her PhD and потом ты получаешь докторскую степень. Became Dr. Lazy Ass. Потом ты становишься доктор ленивая задница. And she hasn't done a little bit of work since. И вообще никакой работы с тех пор не делаешь. And we said, help me, Dr. Violetta. А мы тебе будем говорить, спаси нас, помоги нам, доктор Виолетта, а ты будешь просто зевать. I would, but it takes too much effort, and I don't think you're worth it. Я бы сделала это, но слишком много сил придется потратить. Да и не стоите вы этого. Just explain it to them. Просто объясни им это. Children love explanations. Дети обожают объяснения. Нет, я так не могу. Мне нужно, мне нужен результат. Мне нужно, чтобы I need result. I can't do it. Like you need result. Тебе нужен результат. That's because you're young still. How old are you? Это ты потому что слишком молодая. 23. Two and a half years ago, you were 22. Два с половиной года назад ты была всего 22. 21. You were 21 then. Ага, 21. All right. Well, at least going through all those studies may have made your eyes tired. Ну, вот то, что твои усиленные изучения наук, они твои глаза сделали утомленными. But at least those studies did not take away your arithmetic ability. Но, во всяком случае, эта поглощенность науками не отняла у тебя способность считать. Arithmetic ability. Ну, я имею в виду арифметику. Still 21 plus ты можешь это считать. 21 плюс 2, 23 получается. Very good. Доктор ленивая задница. Это я могу, да? Yes, I can do that. Yeah, I know that. A lot of other doctors have done it. Другие, многие другие доктора это делают. They got their PhD and just thought, ha-ha. Они получают докторскую степень и говорят, вот и все. I don't have to open another book. Я больше ни одной книжки могу не открывать. I don't have to help another person. И я больше не собираюсь помогать никому. All I have to do is to hold on to this job for another 40 years and retire. Все, что мне нужно, это держаться за эту работу еще 40 лет, а потом уйти на пенсию.
No. Я боюсь, что так получится. I'm afraid it will turn out like this. Well, have you seen people like that? They're sort of dead wood. Ты видела таких людей? Это все равно как срубленные деревья. Well, if they can be just a post or a dead wood, so can you. Если они могут быть такими, как дрова бесполезные, так и ты можешь. Ну, я могу, но я не хочу. Yes, I can be like that, but I don't yes. want to. Well, I know. Quadriplegics don't want to be that way either. Quadriplegics, they're paralyzed. Знаете, у кого квадриплегия, они тоже не обязаны быть такими, которые все парализованы. Sometimes you just feel so helpless. You just feel like an emotional, mental quadriplegic. Иногда ты чувствуешь себя такой беспомощный, как будто бы у тебя квадриплегия, да, ментальная и эмоциональная. Yes. You do. All right. That's mental preparation for just because. Да, это видишь ли мысленное приспособление, подготовка к тому, чтобы. Is Dr. Lazy Ass again in today? Это доктор Лентяйка приходит. Yes, she is, but she's not doing anything. Сегодня, да, она придет, но она ничего делать не собирается. So what? She never does anything. Ну так и что? Она никогда ничего не делает. They talk behind your back. Знаешь, за спиной у тебя так говорят. So what? Ну и что? Ну, я как бы, ну, есть такое, да, примерно есть такое, но я думаю, что то, что я занимаюсь тем, что мне неинтересно, but it's because I'm doing something that I'm not interested in, that I make myself feel. То есть... Do you have a boyfriend? У тебя есть приятель? Not now. You got rid of him, huh? Ты от него избавилась, да? Okay, that's progress. Это прогресс. Yes. Да, это прогресс. Once a woman learns to get rid of the unimportant things in her life. Как только женщина научается избавляться от неважных вещей в своей жизни? Many times she has more energy for the worthwhile things. У нее чаще всего образуется больше энергии для того, чтобы заниматься стоящими вещами. Sometimes she just, well, she doesn't do more. Но иногда она просто не делает ничего больше. She just sort of stares out windows. Она просто глазеет в окно. He just sort of goes into a sort of a trance. What? Она впадает в какой-то транс, что? Нет, ну, у меня бывает такое, конечно. Yes, sometimes it happens to me. Ну, как See? Правило, нет. Видишь как? Ну, как правило, нет. То есть... But usually, no. Well, all right, so at least you've had some beginning times of just... Да, но у тебя, в таком случае, начало положено. Peaceful, staring, nothingness. Это мирная способность глазеть в ничто. So peaceful. Это так мирно. You don't hear the brats, you know. Ты не слышишь, как орут эти детишки? Future Russian leaders. А эти будущие России, которые. You don't have any man to kind of, you know, waste your time on. И тут нет никаких мужчин, на которых бесполезно тратишь время. Well, what? Что? What? Что? Но я как-то думала, что я наоборот как бы начала деятельной. То есть, well, I used to think that I'm a very active person. Yes. Yeah. Yeah. Well, that was sometimes. When you were younger. Но это была моложе. Now at the advanced age of 23. Но сейчас на этой ступени, когда тебе 23. You can start beginning your retirement. You know. Ты уже можешь начать уходить на пенсию. This is what many do once they get their doctorate. Да, это именно это люди делают, когда получают докторскую степень. Yes, he worked very hard in his studies, but he got his doctorate and. Да, они очень напряженно работают, когда учатся, потом получают докторскую степень. He just ossified between the years, и turned to stone. Они просто превращаются в камень. То, что у них между ушами, превращается в камень. Did you see those times? Ты видела таких? How did he ever get through the doctoral program? Иногда думаешь, как он вообще написал докторскую защиту? Well, he used to be alive. Он когда-то был живым. But now he's sort of in a vegetative state. А сейчас он просто как овощ. I think of them as turnips with two legs. Я иногда думаю о них как о репе с двумя ногами.
You could be a cute little turnip. Хорошенькая маленькая репка. Doctor Turnip, they make. Ты будешь доктор репка. What? No. 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 They say that. Но они так говорят. Нет, поэтому я хочу найти вот то, что мне будет интересно, чем я буду заниматься. That's why I want to find something that I would be interested in. See, they've taken all the interesting jobs. Знаешь, уже разобрали все интересные дела. The only thing left are these shit jobs. И все, что осталось, working with useless people. Дерьмовая работа. The kind of clients and patients nobody else wants to work with. С которыми никто, ни клиенты, ни пациенты, никто работать не хочет. So they say, give it to little doctor lazy ass. И тогда они говорят, ну что, давайте сюда эту доктора ленивая задница. She's not doing anything anyhow. Она все равно ничего не делает. And she is going nowhere fast. И она... И она движется в никуда с огромной скоростью. Они так говорят. Нет, я делаю то, что в никуда с огромной скоростью может быть, да. I'm doing something. Maybe I'm moving to nowhere fast, but I'm doing something. Yes, that if you some people go in circles. Но знаешь, некоторые люди ходят по кругу. And I told them. Я говорила. Of course, your life is meaningless. Конечно, I agree with you. Конечно, твоя жизнь бессмысленна. Я согласен с тобой. And you are just going in circles and circles. И ты просто ходишь по кругу. You have described it very well. Ты очень хорошо это описала. But it gives you the illusion of progress. Но это дает тебе иллюзию прогресса. Может быть, maybe I have this feeling sometimes. Yes. Да. Okay, Dr. Lazy, Violetta. Да, что же, доктор ленивая, а про тебя, Лето? Do you have any feelings or reactions to me in this? Да, были какие-нибудь чувства или реакции на меня? Ну, так вот было, что меня так будили от спячки, такое ощущение. It was like I was sleeping and такими вот somebody was trying to такими подтыкиваниями как бы вот меня так picking on me and вот. Well, I didn't mean to wake you up. I'm я sorry. Я совершенно не собирался пробудить тебя. Please accept my apologies. Пожалуйста, прими мои извинения. After a while, you can have undisturbed rest for 40 years. Через какое-то время ты сможешь совершенно невозмутимо отдыхать 40 лет подряд. Yeah. Да. Нет. No. Oh, they say that. They all say that. Но все так говорят. No. When I get away from this university, нет, I'm going to do some significant real work. Университета я начну делать какую-то важную работу. Yes. Everybody smiles. Да, и все улыбаются. It's wonderful to see such misguided ambition. Да, это так приятно видеть такого совершенно заблудшего человека. Well, she gets out there and hits the real world with all the useless clients. Когда она наконец придет в этот реальный мир со всеми бесполезными клиентами. Excuse me. Извините. It's okay. Any other reaction? Yeah. А еще какие-нибудь реакции? Ну, как бы было, что мы сначала вокруг говорили такое, а потом как-то вот вы когда вот меня очень так зацепили, то есть так в точку. You kind of got me on the hook. Ну, было смешно. It was funny and pleasant. Неприятно. Unpleasant. Такой, вообще спектр широкий был. Well, there was a whole spectrum of feelings. Of what? A whole spectrum of reactions. A hell's picture. Oh, a whole range of reactions. Yeah, range. Yeah. Well, it's a very frightening time. Да, это очень страшное время. When a person finally leaves the protected, sheltered place of the universe. Когда человек покидает наконец это защищенное пространство, эту скорлупу университета. If you know what I mean. Но если ты знаешь, о чем я говорю.
Ну, мне наоборот хотелось бы из нее вырваться. То есть. Well, I would really like to get out of it. Yeah, I know. There are a lot of people feel that. Да, очень многие так чувствуют. A couple of weeks after being out, they think, "Oh my God, can I go back?" Они говорят, Боже мой, можно мне назад? Yes. Да. Может быть, мы не знаем. I don't know. Yeah. Well, we'll see. Посмотрим. You should write me a letter and tell me how you. Тебе следует написать мне письмо и рассказать. It's no good writing it in Russian, though. You have to get it translated. Значит, тебе нужно найти только переводчика, потому что я не читаю по-русски. You write me a letter. Напиши письмо. What? Напиши по-английски. Okay. All right. Any reactions, questions, observations? Вопросы, наблюдения.